Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, приветствую. Хочу начать с темы. Вот недавно появилась эта новость, было даже видео о том, что, значит, из Крыма, из Северного Крыма и, в частности, из Армянска эвакуируют женщин и детей. Говорим, конечно же, о временно оккупированном Крыму. Более того, появилось, значит, от этой оккупационной власти сообщение о том, что в территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска желтый уровень террористической опасности они вводят. О чем это вам говорит? Какие там угрозы для оккупантов? Для угрозы, угрозы для оккупантов постоянно есть. То есть не то, что какие-то новые появились. Возможно, специально пытаются напустить дыму, то есть привлечь внимание. Ну, то есть это сейчас трудно сказать. Они могут на полном серьезе ожидать прорыва Крыму, с одной стороны. С другой стороны, могут ожидать, например, каких-нибудь комбинированных сложных ударов. Там, ну, с моря, например. Да. Имею в виду специалистов. То есть, возможно, и силы специальных операций и так далее. Да, там ГУР, всякое такое. Но то, что они называют терроризмом в кавычках там, и так далее. Вот. А может быть, специально пытаются напустить дыму и тем самым пытаются обмануть украинский генштаб, то есть показать, что якобы это для них слабое направление, якобы. То есть это может быть и это тоже. Понятно. Ну вот продолжая тему Крыма, вчера появилось, значит, интервью на «Европейской правде», там сенатор от республиканской партии США Джим Риш, он, значит, говорит о том, что не сомневается, что Крым будет деоккупирован, это исключительно проблема Путина, как это подавать своему населению. И при этом, знаете, вот сейчас после освобождения правобережной Херсонщины, возможно, ну как это сказать, преждевременно, мы уже говорим о том, что, ну вот что деоккупировать первым, Крым или Донбасс. Это все, конечно, теоретизация, да, ну то есть мы говорим о какой-то теории, не о том, что ну, в реальной жизни возможно. Нет никакого легче, что легче деоккупировать. Но тем не менее, я слышал несколько мнений разных экспертов о том, что ну вот если выбирать между, простите, Донбассом и Крымом, Крым деоккупировать легче. Какого мнения вы тут придерживаетесь? Ну, тут дело не легче. То есть тут вообще нельзя такими категориями рассуждать. С Крымом просто все понятно, то есть как-то так очевидно. То есть вы можете его просто изолировать. Вы его изолируете, и дальше у вас открывается целый огромный ворох всевозможных, да, инструментов, там, воздействия, вплоть до дипломатических, политических. Вот. В него буквально есть только два входа, два выхода. То есть, естественно, это вот перешейк, который соединяет полуостров с материковой Украиной, и мост. Мост уязвим, и мы уже знаем на практике, что он уязвим, это больше не теория. А перешейк вы просто можете перекрыть, и вы превращаете полуостров в остров. Я уже про это много раз говорил, про это и другие говорили и так далее. В то время как, скажем, Донбасс — это сложная наземная операция, это выход к границам России. То есть Донецк, Луганск никто в лоб штурмовать не будет, а надо выйти к границам России, отрезать эти города. Это совершенно другого уровня операция. Поэтому нельзя говорить, что тут легче, что тут сложнее. Это абсолютно разные у нас порядки. Вот. И каждому свой подход. Все сложно в такой войне, в конечном итоге все тяжело. Ну, нет вопросов, что все тяжело, и мы видим, каких усилий все это стоит вооруженным силам Украины. Вот появилась новость о том, что, значит, Госдепартамент США, это вот продолжая тему Крыма, сейчас вот объясню, к чему я это говорю, Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Литве 18 РСЗВ «Атакамс». И вот, значит, что это может произойти уже 9 ноября. Более того, в этом решении есть такой комментарий, что вот подобная продажа, ну, подобная поставка Литве этих атакамсов, они, значит, это не вызовет напряжения в регионе. Мы очень давно обсуждаем, что Украине очень нужны вот эти дальнобойные ракеты. И вот лично от высокопоставленных чиновников из Офиса Президента мы слышали, что их не получаем, потому что США боятся, что мы будем бить по Крыму. Ну вот, что вот у нас будет больше возможностей бить по военным базам российским, которые находятся на временно оккупированном Крымском полуострове. Вот вы видите противоречие в том, что Литва получает эти 18 РСЗ, а мы не получаем? И как можно это объяснить? Да, тактические ракеты. Ну, как в смысле объяснить? Во-первых, там не про Крым речь идет, там идет про российскую территорию, когда они говорят, что они не хотят, чтобы удары наносились по российской территории. Там речь не о Крыме. Более того, Украина наносила ракетами удары по Крыму, официально взяла за это ответственность, заложенную с Забродским в своей статье. Это пишут черным по белому.
ну, мы видим какие-то, ну, какая-то эскалация, что-то происходит, да, подчеркивается, что украинские ракеты. Ну, а Россия подчеркивает, что это у нее российские дроны, которые иранские и так далее. Ну, это все глупости. Просто нужно понимать, что те же атакамсы, ну, это же не палочка-выручалочка, это же не какое-то чудо-оружие. Вот вы их получили, и у вас все сразу получится. Тут же вопрос о другом. Тут вопрос о том, предоставить Украине возможность бить дальше, ну, давайте округлим, да, не 84, 100 километров. Все, что больше 100 километров, ну, не считая точек У. Вот. А это же не только атакамсы. Ну, здесь большой, как бы, перечень средств. Конечно же, ну, первое, что приходит на ум, это дроны. Всевозможные. Вот, разные системы. Украина сейчас их разрабатывает. Но кто-то нам карты показывает, на каком этапе разработки, какой есть потенциал и возможности. Нет, то есть не показывает. То есть, ну, это ж, я вообще не обращал бы внимания на такие вещи. Что там они там заявляют, и что они говорят, и так далее. Вот, помощь будет идти, она будет поступать, все будет. И вопрос стоит не в том, что почему Литве дали атакамсы, вот, а нам не дали, и что нужно именно только атакамсы. А вопрос стоит в том, как увеличить дальность воздействия точным оружием, средствами поражения на больше 100 километров, ну, 150, 200 и так далее. И эти вопросы, они сейчас активно решаются. Ну, не просто так, опять же, тот же Залужный, Забродский поднимают этот вопрос как один из центральных, главных. Они говорят, преимущество России, то, что они могут наносить удары в глубину нашей территории. Мы нет, мы ограничены вот ракетами ДМЛРС и некоторыми другими средствами и так далее. Это центральная проблема. А не вопрос именно конкретно атакамса. Ну, кстати, не только что у США есть такие системы, да, у турков они тоже есть, вот, и так далее. Вот. То есть нужно на этот вопрос смотреть именно с этой стороны, а не со стороны, вот именно, что американцы кому-то хотят что-то дать или не хотят. Хорошо, давайте тогда еще про дымовые завесы поговорим. Вот мы увидели в том числе сообщение о том, что российские пропагандисты якобы подготавливают свое население к уходу российских войск Запорожской атомной станции. Ну, то есть это означает не просто Запорожскую атомную электростанцию, но и Энергодар. У нас в эфире эксперты по ядерной безопасности говорили о том, что ЗАЭС как раз в центре ядерного шантажа России и всего мира. Да? Ну вот смотрите, у нас это самая большая в Европе атомная электростанция. Якобы Украина ее обстреливает. Понимаем, что делает это Россия. В общем, бойтесь нас. Верите ли вы в то, что это вообще в принципе возможно, что Россия уйдет с ЗАЭС? Ну как, ну все возможно в конечном итоге. Опять же, тут вопрос не веры. Тут вопрос целесообразности, как они захотят в конечном итоге поступить. Хорошо, вот, простите, я тогда переформулирую. Ну вот давайте представляем, что мы занимаем Энергодар, освобождаем Запорожскую атомную электростанцию. Что-то это означает для войск, которые находятся на левом берегу Днепра российских? Смотрите, не нужно смотреть на эти события там, что фронт двигается линейно. То есть вот сейчас их выгнали за реку, и дальше Украина будет линейно наступать. И понимаете, их группировка там безумно уязвима. То есть сейчас, если до Бердянска, допустим, я не говорю, что у меня такой план, но я просто, вот, мы сейчас фантазируем. ВСУ делает прорыв к Бердянску, ну, открываем карту, смотрим, что происходит, в том числе для Крыма и для Энергодара, ну и так далее. Да, это же ядерный объект, который нужно вот, ну, содержать в адекватном состоянии. Они когда у вас окруженная группировка? Ну, они же это тоже все прекрасно понимают. Ну вот, они пытались шантажировать, прижали МАГАТЭ, сказали, мы ничего не обнаружили, не видели и так далее. Вот, никаких там следов украинских десантов или каких-то там, не знаю, украинских обстрелов, как они заявляют. Потом они начинали разгонять эту тему с грязной бомбой и так далее. То же самое тоже Запад ответил, что вы несете, как бы. Вот, бред несете полный и так далее. Но они же прекрасно это понимают. Представьте себе, что это такое вещь, что Суровикин, да, их командующий, да, он сейчас понимает, что у них нет сил задержать этот прорыв, дальше надо будет как-то объяснять, почему они оставляют ядерный объект, или почему ядерный объект в окружении, и они не знают, как и что там делать и так далее. Или наоборот, они хотят, чтобы, ну, украинцы так думали, и по сути это является ловушкой, то есть они хотят завлечь. Да, в ИСУ, в какую-то ловушку и так далее. То есть и такое тоже может быть. Просто нужно понимать, что Энергодар безумно уязвим. Вообще, как бы весь юг, он безумно уязвим. Юг, включая Крым. Крым уязвим вдвойне. Хорошо, ну вот просто как комментарий, ООН, да, Организация Объединенных Наций, она заявила, что не может определить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, ну и потребовала от обеих сторон прекратить там стрельбу. Тоже понимаем, что это супер странная позиция такого страуса. Есть еще одно из направлений, когда мы говорим о Николаевской области, то там не деоккупированная, остается только Кинбургская коса.
Кинбургской косе сейчас писал Американский институт изучения войны, и вот они считают, что освободив Кинбургскую косу, вооруженные силы Украины смогут потенциально перевести переправу на левый берег Днепра. Можем ли мы сейчас вот определить, какое стратегическое или, хорошо, тактическое значение имеет Кинбургская коса? Очень просто. Сковать их силы. Если у Украины получается там закрепиться, это очень сложная местность, то есть там у нас кустарник, песок, то есть непонятно, где там можно вообще закрепиться и так далее, но опять же, допустим, если там какие-то силы Украины смогут закрепиться, плюс, кстати, это отдельный вопрос о снабжении, как это все снабжать там, то есть это вам не просто понтонный мостик перекинуть и постоянно через него гнать, да, там, или на лодочке, тут же совсем не такая ситуация. Вот. Но, допустим, если там получается закрепиться хоть каким-то силам, то это будет удерживать российские силы, как раз на том направлении, они не смогут их перекинуть, ну, куда-либо. Вообще, как бы, плацдармы часто создаются не для развития наступления, а для угрозы такого наступления и сковывания сил врага. Вы можете создать хоть 10 плацдармов и не воспользоваться ни одним из них. Просто сковать 10 группировок врага. Это хорошая тема. Еще хочу обсудить с вами, ну вот вы лучше знаете политику Израиля. Мы видели несколько таких в публичном пространстве, несколько заявлений, но это в большей степени СМИ публиковали. Значит, первое, что появилось, это издание «Гаарец» публиковало такую новость о том, что Израиль дал разрешение членам НАТО, включая Британию, предоставлять Украине оружие, содержащее компоненты систем управления огнем и оптико-электронных систем израильского производства. Ну, фактически, то есть можно поставлять оружие, в котором есть израильские компоненты. Ну и второе, это оно появилось, по-моему, вчера или позавчера, говорилось о том, что Израиль может передать Украине баллистические ракеты, если Иран будет поставлять баллистические ракеты России. Как вам кажется, мы все-таки понимаем, что сейчас вот такое переходное правительство, там еще несколько, пару месяцев, да, или полтора месяца будет премьер-министром Яир Лапид, вместе с ним министром обороны остается Бенни Ганц, ну и дальше уже должен прийти победитель вот этих выборов неочередных Беньямин Нетаньяху. Это такие подарки от Лапида, или как вы это оцениваете? В Израиле система так не построена, в Израиле вообще не президентская система, и единолично не может премьер-министр, там, например, что-то дарить и так далее, да, потому что у нас не монархия. Это решения, которые были сделаны еще раньше, связаны с ВПК Израиля и очень многими факторами власти в Израиле. Вот. В Израиле довольно децентрализован в плане как бы, управления, вот, намного более децентрализован, например, чем Украина, которая является тоже не президентской республикой, да, Украина как бы парламентская, но все равно. И Израиль, там есть Верховный суд, отдельно армия, ВПК, отдельно мощный профсоюзное движение, у которого есть свои рычаги давления, ну и так далее. Вот. Что до вопросов. Насчет того, что Израиль передаст ракеты, это вброс журналистский, который сделали русскоязычные СМИ в Израиле, 9 канал. Вот, неправильный перевод с иврита. Вот, нет, никакого обещания не было. Там наоборот, там было как раз сказано о том, что Израиль официально там, на уровне дипломатов-послов выразил протест России, то, что они передают, получают от Ирана вот как раз системы, там, дроны и потенциальные ракеты. Это насчет второго вопроса. Насчет первого вопроса, НАТО и так далее. Да, ну, просто при этом уже очень много сказано было. В Украине много израильского оружия. Ну, просто уже как бы надоело постоянно эту тему мусолить. Такое ощущение, что вот израильское оружие, оно где-то лежит в ангаре, и вот все постоянно разговаривают, а когда же он попадет в это, в Украину? Много израильских систем, на танках польских израильские системы, танки Т-55 модернизированы, вот эти вот, какие там, чешские, я уже не помню, они модернизированы Израилем. Всякие другие системы, которые передает как раз из стран Балтии, они модернизированы тоже Израилем. Эти гранатометы «Матадор», которые Украина закупила еще в начале полномасштабной войны, и, кстати, по-моему, еще не все партии дошли. Они тоже, это израильский гранатомет, который Израиль в свое время вот, разработал вместе с Сингапуром. И получает, кстати, проценты от их от закупок, то, что Украина их покупает. Среди гранатометов азовцы подрывали российскую бронетехнику в Мариуполе еще с израильских гранатометов, вот, «Матадор», да, и так далее. То есть много есть всех этих систем, много есть этих гранатометов, все это есть, все это передается. И будет передаваться дальше еще больше, вот, поэтому тут не новость. Просто это очередной раз озвучили вещи, которые происходили закулисно, вещи, которые происходили у нас в таком как бы неофициально, не афишировались, не оглашались. Израиль любит тишину, Израиль не любит говорить про свои военные там, поставки, там, вот, сотрудничество военное. Не только, кстати, с Украиной. Если вы вообще посмотрите на израильскую продажу оружия Эфиопии, там, какой-нибудь Эритреи, да, Аргентине, странам Балтии,
Не всегда это официально, не всегда это публично, не всегда это открыто. Вот, не всегда это все афишируется. Вот. Поэтому тут ничего удивительного нет. Израильские системы уже есть в Украине на технике. И на той технике, которая как раз из Европы тоже будет поступать, там израильские системы, военные, там наведение, разведки, оптика, электронные системы и всякое такое. Игорь, хорошо, что вы это пояснили, потому что, видите, с баллистическими ракетами это и продолжает разгоняться по украинскому медиапространству, а вот тот факт, что мы официально, но все-таки, я так понимаю, издание «Гаарец» и вот журналист Ави Шарф, который об этом написал, он имеет такие довольно, как это сказать, проверенные высокопоставленные источники. Ну вот по поводу компонентов израильских, вернее, оружия с израильскими компонентами, мы можем сказать о том, что да, действительно, это правда, и да, действительно, они уже есть на территории Украины. Продолжая тему, ну, собственно, Израиля и вот Ирана, было заявление, значит, пресс-секретаря командования воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрия Игната, и он сказал о том, что, значит, у России возникли какие-то проблемы с поставками баллистических ракет из Ирана. Тут для контекста должен напомнить нашей аудитории, что вот появились новости о том, что уже после вот этих беспилотников, которые Россия использует против нас, могут прийти и баллистические ракеты. Ну и вот сейчас, снова цитируя Юрия Игната, есть какие-то факторы, которые, возможно, на это влияют, возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы. Как вы считаете, есть ли, в принципе, кто может повлиять на Иран, учитывая то, что сейчас Иран развязывает войну с Саудовской Аравией и Ираком, у них в середине в страны происходят протесты, где они в открытую убивают людей, в том числе детей, женщин. Ну, то есть, может ли кто-то повлиять на Иран тем, в том смысле, чтобы, знаете, нет-нет, России вы баллистические ракеты не передадите? Да, вполне такое может быть. Вот, не напрямую, конечно же, влияние на Иран, а косвенно. Плюс угрозы, естественно. Влиять, не просто просить, да, это и угрожать. Иран прекрасно понимает, что передача ракет — это не дроны-камикадзе примитивные, эти шахет со скоростью 150 км в час, которые неуправляемые, летят по заданным точкам, и их легко сбить. Ракеты — это страшное оружие. Это не просто скачок эскалации там, на голову, это на 10 голов скачок эскалации. Но Иран увидел, как мир отреагировал, ну, мир имеется в виду западный мир, да, США, Израиль тот же и так далее, на передачу дронов России. Теперь они думают, а хотят ли они дальше идти на эту эскалацию. Вот не дороже ли им это будет. Иран больше всего не хочет боевого столкновения с Израилем прямого, вот, и США. Он подразумевается нанесение ударов по их ядерной инфраструктуре на территории Ирана. Вот. Иран этого не хотел бы, вот, максимально. Он хочет вести войну ограниченную, он хочет вести войну в киберпространстве, войну спецслужб, войну спецназа, войну прокси-сил, войну террора. Вот это Иран хочет. Для этого у него есть целые подразделения Кудз в их корпусе стражи исламской революции. У них все заточено на асимметричную войну, так как они понимают, что они бесконечно слабы перед технологическим могуществом Израиля и перед экономикой и вообще мощью США. При мысли боестолкновениях, вот, да, они могут больно укусить, но шансов у них нет. Поэтому небольшой вопрос, а хотят ли они дальше идти на эту эскалацию и так далее. В целом они хотят, конечно же, но просто они сейчас наверняка рассматривают риски. То есть не будет ли издержек больше, чем дивидендов в конечном итоге. Вот это и подразумевается, когда о дипломатических факторах. Есть еще вот два таких факта. Возможно, я их напрасно связываю друг с другом. Сначала президент Турции Эрдоган, а тут снова стоит напомнить о том, что Турция занимала такую очень выверенную позицию, да, и вроде бы и с Путиным Эрдоган встречается, и с другой стороны много говорит о поддержке Украины, и, собственно, зерновая сделка, это во многом благодаря Эрдогану. Так вот, Эрдоган заявил о том, что Москва не выполнила свои обязательства в Сирии, ну и вот только что появилась новость о том, что Турция в скорости начнет наземную операцию против курдов в Сирии. И одновременно с этим появилось заявление проекта «Орикс», который следит за поставкой вооружения вооруженным силам Украины. Так вот, этот проект сообщил о том, что украинская армия якобы получила партию турецкого вооружения, в том числе вот ракеты TRLG-230 и «Сунгур». Ну, тут я даже не прочитаю, как это правильно называется. Можно ли связывать два этих факта, что в смысле, вот смотрите, Эрдоган недоволен Москвой, и мы сразу узнаем, что турецкое вооружение есть в Украине?
Ну, смотрите, ОРИКС уважаемая структура, но пока у нас нет никаких подтверждений здесь, в самой Украине. И никто не ставит как бы под сомнение их утверждения, но хочется увидеть использование, да, то, что называется фотопруф, или официальное заявление украинских официальных военных там, лиц и так далее. Вот, тогда можно будет делать какие-то выводы. Но я не думаю, что это связано с тем, что они пытаются как-то этим надавить на Россию. Вы понимаете, вот много часто, когда говорят про передачу какого-то вооружения турецкого, это же не передача вооружения. Кирпи, бронетранспортеры были еще в прошлом году Украины заказаны, это закупка. То есть это сделка, просто турки выполнили свое как бы, обязательство по закупке и продаже. Это те же мотодоры израильские, которые Украина просто купила. Очень, просто так мы привыкли после американских подарков постоянных здесь в Украине, что мы используем слово «передали», как будто вот просто все передают. Нет, Украина, кстати, в том числе и закупает. Покупает. Вот. У нас есть вооружение, которое вы видите не на фронте, которые куплены. Они, это не как, ну, те же Байрактары, кстати, покупают. Вот. То есть не то, что там их отдают. Когда Байкар, фирма, решила подарить несколько Байрактаров, именно подарки были. Это не было именно передача или что-то такое. Вот. Поэтому тут отдельный вопрос. Возможно, Украина вообще купила. Вот, иди знай. Мы же видели это заявление, про которое уже упоминал, третий раз уже упомяну, Залужного и Забродского, что украинскими ракетами был нанесен удар в Крыму. Что за украинские ракеты? Гром? Какие украинские ракеты долетели до Крыма? Ну, это главнокомандующий написал. И один из его советников, да, Забродский. То есть теперь мы помним, как турки просили называть Байрактары какими? Беспилотниками, еще до полномасштабного вторжения, украинскими беспилотниками, потому что Украина ими управляет, не турецкими. Но что мешает купить у турков ракеты, назвать их украинские ракеты и наносить удары? Опять же, я не говорю, что это так было. Просто я вам говорю, как можно расшифровывать такие сообщения. Но не нужно уходить в конспирологию, что вот турки что-то передали бесплатно, чтобы надавить на Путина. Но мир так не работает. Хорошо, что вы объяснили. Но вот напоследок хочу с вами обсудить мобилизацию в России. Сейчас уже вот эти, как это называется, военкорские телеграм-каналы, да, они разгоняют такую информацию о том, что, значит, уже в декабре или даже в январе может начаться общая мобилизация, хотя мы понимаем, что она и не была частичной. Так вот, и как это сказать, как подводку к своему вопросу, хочу процитировать новость, которая сегодня появилась, о том, что сотрудники Генштаба Российской Федерации, полковник по фамилии Мертвищев, за недобор мобилизованных взял взятку от военного комиссара стиральной машиной. Там что-то с этим Мертвищевым, теперь как-то его, значит, будут за это карать. Чего вы ждете от следующей волны мобилизации российской? Да, во-первых, следующая волна будет, несомненно. Вот как, что тут можно ждать? Ждать еще больше нагрузки на их инфраструктуру. Еще, ну, все больше, хуже будет происходить сам процесс. То есть у них процесс вообще как бы особо никак не происходит. Они ведь не создают новые подразделения. Они часть мобилизованных, до сотни тысяч примерно, послали насытить вот обескровленные части их регулярной армии ВСРФ, которые находятся на территории Украины, удерживают оккупированные территории. У них же нет кадрированных частей. Кадрированная часть — это часть, которая нерегулярна, которая есть такой, у нее скелет пустой, вот, без мяса. И вы мобилизуете как раз людей, чтобы эту кадрированную часть привести в боевую готовность. Вот у Украины, кстати, кадрированные бригады были, которые как раз после мобилизации вот они были, ну, поставлены и сегодня воюют на фронте. Вот, поэтому, ну вот они будут мобилизуют этих людей. Куда? Чтобы они сидели опять у себя там в лагерях дислокации в России, ничем не занимались, там занимались пьянством, драками, как мы постоянно видим. То есть там же подготовка у них никакая не идет фактически. Ну, кроме каких-то там показушных, единичных случаев, которые там для телевидения снимают. Вот. Поэтому ничего здесь для них хорошего я не вижу, что будет. Но, с другой стороны, это просто очень много мяса, это затормаживает украинское контрнаступление. То есть украинское контрнаступление, нужно понимать, да, они просто окопы и все опорные пункты и так далее забивают и мобилизованными, которые просто физически там находятся. Это, да, задерживает украинское наступление. Вот. Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.